В день памяти святых отцов Первого Вселенского Собора митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божьей Матери Знамение Абалацкое. Прихожане со всего промышленного района города Калининского пришли в свой главный храм, чтобы помолиться вместе с архипастырем. На архиерейское богослужение собрались прихожане не только Знаменского храма, но и жители близлежащих районов, воспитанники воскресных школ. В это воскресенье церковь празднует Первый Вселенский Собор христианского мира и чтит память святых отцов, принявших в нем участие и защитивших веру православную. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о самом главном – жить с великой верой в Бога, воспитывать с заботой и вниманием своих детей и любить ближних своих. Бог есть любовь. Неправедный судья, не мздовоздаятель, нет, а любовь. Любовь, которая всепрощающая, любовь, которая жертвенная, любовь, которая спешит навстречу кающемуся грешнику и помогает восстать ему от греха. Разве мать не поспешит к чаду своему погибающему? Разве отец бросит гибнущего своего ребенка? Невозможно в это поверить. А основание любви всегда лежит самопожертвование. Тогда есть истинная любовь, когда тот человек, который тебя любит, ради тебя, ради твоего спасения, готов пожертвовать своей жизнью. И именно это свидетельство любви и являет нам Господь наш Иисус Христос. Когда Он безгрешный восходит на крест за грехи рода человеческого. Когда там Его распинают, когда Он воскресает. И когда возносится на небо с плотью своей страдающей, все это Он делает из любви к роду человеческому, чтобы и мы по Его любви имели возможность общения с Ним там, в Царстве Небесном.